Думаем, все хозяева собак хотя бы раз попадали в такую ситуацию, когда, придя домой после работы или учебы, они обнаруживали погром в доме, испорченную мебель или же просто опрокинутую вазу, например. Порой наши любимые питомцы могут испортить не только обивку дорогостоящего дивана или погрызть кабель от телевизора, оставив нас без досуга на вечер, но и сломать какую-то вещь, которая дорога нам, как память. Конечно, первая реакция – это злость и гнев, но она способна быстро смениться на милость, как только мы увидим раскаивающийся взгляд на милой мордашке. Даже если испорчена наша любимая и очень дорогая дизайнерская сумка, как можно сердиться, глядя в эти глаза? Тем не менее, у нас есть способ уменьшить ваши переживания из-за пакости любимца. Просто вспоминайте эту историю, когда ваша собака что-то испортит, и вы будете понимать, что все могло быть гораздо хуже. Одним вечером семья решила пойти в кинотеатр, оставив дома одну свою собаку породы хаски на 3 часа. И за это время пес мог учудить такое, что не укладывается в голове. Он разукрасил апартаменты хозяев, каждую комнату, в чернила. Да-да, как бы это ни звучало странно, именно чернила, а не грязь. Когда хозяева вернулись, то лицезрели чернильные отпечатки лап по всей площади их дома. Сложно представить себе, в каком они были шоке. Эти фотографии владельцы проказника сопроводили утешительной ремаркой о том, что пес никоим образом не пострадал из-за этих чернил. Как они объяснили, это были безвредные натуральные чернила, которые они держали дома для упражнения в китайской каллиграфии. Что ж, хоть какая-то хорошая новость. Вы только посмотрите, как можно злиться на такого симпатягу. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.